Романтичные 60-е. Заводская молодежь южного городка ездит на работу на троллейбусе, водитель которого молоденькая и весьма симпатичная Светлана. В Светлану влюблены все юноши. Значит так, ребят, есть деловое предложение. Никто не обращает на нее внимания больше, чем это нужно для дела. Мысль понятна? Грандиозная мысль, Павлов. Голосуем. Принято единогласно. Ну. И тут Светлана решает бросить работу, чтобы поступать в институт. Что же будут делать ребята? Кому красавица отдаст свое сердце и вернется ли к любимой работе? Олег Даль, Александр Демьяненко, Михаил Кононов, Георгий Вицин и Ирина Губанова в очаровательной черно-белой комедии «Первый троллейбус» в среду вечером на телеканале «Самара ГИС».